Міністр культури Республіки Молдова Моніка Бабук і депутати парламента Олександр Стаянугла і Маріану Лупу побивали в Авдармі. Цілею їхнього офіційного візиту стало знайомство з Авдармою і реалізуємими інфраструктурними проєктами. Посещение мемориала памяти, здание бизнес-центра, в котором завершаются строительные работы, дома детского творчества, лицея и музея истории села стали объектами интереса гостей. Директор лицея Елена Карамит рассказала гостям об условиях, созданных в лицее для занятий спортом. Удивление гостей вызвал теннисный корт и хорошо устроенное футбольное поле. Посетили гости и только что открывшуюся пекарню. Технолог провела небольшую экскурсию по рабочим цехам. После экскурсии в музей министр культуры Моніка Бабук сказала: «Здесь построен великолепнейший музей. Могу авторитетно вам заявить, как министр культуры, что ваш музей соответствует, собственно говоря, мировым стандартам музея, потому что и экспозиция устроена, и коллекция, которая и документов, и материалов, она впечатляет. И я хочу поздравить и ваших педагогов, которые столь творчески относятся к тому, как дети будут расти в условиях развивающей педагогики, которая означает собой физическое, духовное, культурное развитие. И, кроме того, все проекты, которые мы сегодня видели, сегодняшний, последний, самый свежий, открытие пекарни, мы посетили школу, мы посетили музей, мы посетили ваш центр, который вот сейчас тоже скоро будет открыт, бизнес-центр, центр детского творчества и так далее, теннисные корты, мини-футбольное поле. Это говорит о том, что люди, которые этим занимаются, это настоящие люди, которые мало того, что преуспели в своей жизни сами, но понимают, что в жизни нельзя ничего делать, не делясь с людьми, тем более со своими односельчанами.